Черные дыры многим представляются эдакой воронкой в космическом пространстве, засасывающей в себя не только материю, но даже солнечный свет. Это было бы очень пугающе, так что хорошо, наверное, что это распространенное мнение не соответствует истине. Все звезды нашей галактики обращаются вокруг расположенной в ее центре сверхмассивной черной дыры. Гравитация черной дыры настолько сильна, что притягивает даже свет. Если бы Земля превратилась в черную дыру, она была бы размером с небольшой орех. Черные дыры со временем испаряются. Ничто, даже свет, не может покинуть окрестности черной дыры после прохождения горизонта событий. По мере приближения к горизонту событий время замедляется. Экстремальная масса черных дыр искажает пространство вокруг них. Черной дырой может стать в конце своего жизненного пути звезда с массой примерно от 10 солнечных. Вращающиеся черные дыры появляются в результате слияния двух обычных. Одна из расположенных на расстоянии в 350 тысяч световых лет черных дыр вращается вокруг своей оси со скоростью чуть меньше 1000 оборотов в секунду. Сверхмассивные черные дыры могут обладать массой от 10 до 30 миллионов солнечных. Черная дыра массой в 4 миллиона солнечных вполне может поместиться в пространстве между Солнцем и орбитой Меркурия. Во время прохождения горизонта событий черной дыры вещество разгоняется до скорости света. Черные дыры генерируют звуки, которые удалось услышать астрономам. Самая большая из известных черных дыр расположена в центре галактики NGC 1277 на расстоянии в 228 миллионов световых лет от Земли. Так как черная дыра поглощает свет, ее невозможно увидеть. До ближайшей черной дыры от нас около 20 тысяч световых лет. Черные дыры не представляют опасности для объектов, не приближающихся к ним слишком близко. Существуют двойные звездные системы, в которых одна из звезд является черной дырой. А это были 19 фактов о черных дырах.